Можно присесть один раз? Нет, немножко это железо. Да, можешь присесть. Да, 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 там железо. Я, помогу. Да, 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 Только там воду не пейте, парни.
Ты же еще с собой не надо, надо их подправить. Раскачивай. Без раскачивай не сделай. Че, штрафник отжался? Нет. Вообще, какой ты хитрец, да? Хитрый жук. Думаешь, никто ничего не видит. А? 4. 56. 4-1 получится 40. Я уже съел. Отдадите. Сейчас ломаю. Опа. Спасибо, не берете. Да не могу я вверх на как чего пить? Берем на высоте. Ходи в туалет. Да блин. Ходи. У вас все что там? Ага. Братцы, что ли у вас? Вообще меня и гнет. Я вообще трусью люблю. А, здесь есть свой... Лёва, через верх руки сделай. А? У меня так не получается. Больше я не люблю вообще. Так ты потом не сделаешь брос. Да. Чтобы брос сделать, нужно давать. Вот, да. У тебя пальцет идет? Сейчас попробую, чисто. О. Поправь маркер. Посмотри, я буду кручу брать. Я еще 10 съел. Нормально? Вот туда тебя. А их надо вот сюда, вот и на одной высоте. Давай меня сейчас на видео смешу, я понял. Такие пироги, да? Скапу делай, делай. Или на шпагате отдыхай. Давай, короче, с тобой вместе вас тут так. Да. Просто стой. Потом, через я десяток лет, поймешь, насколько это сейчас правильно тебя заставляет. 4 плюс 4, не 10, 8. Вообще-то я еще 10 делаю, сказал. А так ты мало раз делаешь, блин, это. Давай, 10 раз. Конечно, рывок такой сразу. Давай, раз, два. Ноги на землю, на резинку поставь. 3, 4, 5. Что ты хочешь? 5. Я хочу нормально. Смело-смело грудью прям пускай. 8. Санчо. 9. Да, молодец. А живот поднимай быстрее. Отдыхай, все, вставай. Красавчик. Ну, больше не сум. Баран, ты видишь, как он молодец. А ты халтуришь. Я что-то делал. 10. 24. 24. А надо 60. Если бы ты не бегал, уже бы все вообще. А вы ноги прибавьте, я хочу все. Как раз у никого нет. Не-не-не. Входной билет 20. Ну я сделал. Это ты сделал штраф за то, что ты там хулиганил. Давай, Саша, опять не штраф. Это штраф, ты сделал. Двадцаточка. Ты можешь двадцатку не отжимания, а приседания выпрыгнуть сделать. Но сначала ты сейчас... Нет, сначала наказание исполни. Сейчас 60 сделаем, будешь выпрыгнуть по душевому. А потом прыгай, конечно, кувыркай. Сколько он чё будет? Давай. Чё прыгай. Раз. Два. Сейчас закончим. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Тихо, не балуйся. Еще 10. Раз, два, три. Тебе еще десяток идеи сделай, считай. Давай десяток сделай. Да вообще ты не сделал. Он мне ворот подбегал. Десяток был. Тебе 40. Я не считаю, что ты себе отжимали. Не отжимали. Что, мячик пойдешь играть? За 20 минут. Руки заболели, да? Нет? Пойдем. Пойдемте. Просто кидать его, да? А?
что угодно, 20 выбросов сделать. С мячом можешь прям. Конечно. Ты можешь выбрасывать ему, только от окна отойдите, пожалуйста, вот здесь, на красном этом. Бросил ему, выпрыгнул, считается за раз. И играешь в одной билетной. О, красавчик, вот заразик ты получаешь, да. Заразик получаешь, за раз один отметился. О, второй, третий, конечно. И вот так двадцаточку уже и поиграл, и сильно стал. Выбрасывать разные варианты можно. С одной руки, с двух рук. Только не роняй, надо ловить. Каждое твое непоймание мяча миллиона плюс 10. А, видишь, бросай. Или плюс 20, это как? Дима, ты что там делаешь? Дима, ты что там делаешь? Давай с нами. Все, мы делаем. Конечно. Мы делаем. А я с нами же девчата. Руслан, Руслан, пошли ко мне. Совсем вот не это. Давай, злой. Пресс не держи. Совсем. Это второй шоу. Какой тебе еще пять раз сделает? Да нет. Мы там тут. Мы там не дали, и прав. А что заниматься будешь, что ли? А? Да. Сейчас? Да. В смысле, у нас акиду есть? Ну а что? И бабушку давайте. Федерация акиду. Еще три. Нет, акиду не так, а не делай. Ну, опять. Кидай его со стороны. Он сильно. Это мастера идут. Не давай еще. Там. А как делать? Нам надо вот так попадать. Потом с разрешения. Ай!
ты что, офигел, что ли? Сейчас я вам попробую. Ой, Пошел. Вот. Кто это сказал? Вот. Давай, а зачем? Нет. Я послал кого-то и сказал кого-то. А зачем? Хотел стой. Руслан. Почему он Руслан? Нет, не прыгай, вот так просто. Бобри сюда я. А когда обращу? Нет, не давай, я на очереди. Оп, молчат, без эмоций. Ты за него не все вперед тебя прибежал, да? Надо было к его совести обратиться, сказать, Руслан. Я же занимал очередь. По-братски, дай стой, что надо было сделать. Сейчас не надо было отдаться, потому что он обозвался на Руслана. Руслан вперед его очередь пробежал. Руслан говорит, что ты тоже нарушаешь. Пожалуйста, относитесь. Относитесь друг к другу. Как соратники, как друг друзья, по-братски. Уважай друг друга, конечно. Встаешь, и бабка тебя путь. Когда возможно вступать в соревнования, сообщат. Вы должны выглядеть. Да это туда не держу. Все зависит от уровня подготовки, от уровня подготовки, взрослых. Да. Вы должны выглядеть как одна команда. Когда вы будете выглядеть как одна команда. Вот, ему без разницы можно сделать. А кому-то не без разницы. Вот и все, вот об этом и говорим. Как только вы будете все уровень одинаково уважительно друг друга относиться, сразу что-нибудь организуете. А пока вы друг друга обманываете, обзываете, некрасиво. Надо всех позвать. Пойдем, пойдем. Да не надо. Надо всех. Да я тоже за всех. Дима, Александр. Я хоть сотку жду. Иди сюда. Зачем? А я-то жду. А мы заодно, мы же одна команда. Нет, я не хочу. Да, надо как одна команда. А вы шансы наши все. Пойдем. Просто так. 10 раз. 10 раз. Можно я 10 раз расскажу? Да, только давай сначала 10 раз сейчас отожмемся. Саша, вот почему ты так себя ведешь? 10 раз пойдем отожмемся и все, и будем все молочки и красавчики. И дальше все равно можно сделать. Я думаю, вообще не так. А теперь 20 очков, да, входной билет. Я сейчас буду заниматься кружкой. Я сейчас буду. Вот нет, мы драться не будем. Покуньте. Покажи мне на кучу, что я тоже кинуваю. Все, я же не сделал. Ты сам сделал, что ли? У тебя только в конце. Понял? Нормально тебе нравится? Я не сидел. Да что ты так крутишь? Я сейчас пошутил. Я что, больно что ли? Блин, ты переключил. Давай мы тебя еще почищем. Тяжело, да? Ты сам думал, блин, надо. Ты вот эту группу приезжаешь. Че передумаешь? Ты берешь все группы, хочешь до того момента, как землю увидеть. А ты раскрываешь, надо что-то. Ну, хорошо, я с вами. Тебе надо покороче, на. А мне подлиннее. Да. Да, не, не, стой, пока еще ты возьми и потяни. Разобрись, они же, да. Молодец, да. Нет, это пока опасно. Возьми покороче. Ну, первым, ладно, деньги возьми. Стой, стой. Да возьми, так потяни сначала. Потом. Покажи, что можно делать. Да, увидите. Все, потом. Так, возьми. Так, держи, потянись. Потягушки давай. Ой, у меня сейчас.
Вот, классно, пропустили. Вот так ручками проделывайте. Оп. Вот это вот так. Не, не, вот так молодец. Задача всего этого. Можно прыгнуть? Можно поперешагивать? Можно через дверь перепрыгнуть. Да, только надо ножку выше поднимать, а руками вниз. Да. Ну, там вот скакалка, да. Но самое интересное начинается потом. Это подготовительное. Вот так можно потянуть. Внимание. Вот так. Вот так можно потянуть. Можно дома с полотенцем так делать. Вот так растянуло. А теперь смотрите, держим. Лицо к спиной к стене встали. Спиной к стене встали. Сейчас это делаешь, да, спиной к стене. Друг от друга расстояние метр. Все, тихо, встань. Сейчас на меня посмотрите. В правой руке, в правую руку возьмите инвентарь. Мы сейчас поделаем наушник, который применим с терапевтическим действием. Я объясняю, конечно. Возьмите вот так вот. Первое, возьмите вот так вот. Сейчас задача. Вы как колесом учились на одной руке делать? На одной руке. В правую руку возьмите инвентарь. Снаряжение. Сейчас задача ваша. Все вместе сделаем колесо на левой руке. Вот так. Вот сюда, вперед мы делаем. Тогда возьми снаряжение в левую ручку, а делай колесо назад. Колесо. Колесо. Давай, Рустик. Попробуй колесо. Мы будем сейчас крутить, но надо сделать предварительное упражнение. Раз. На одной руке. Получается. А как же? Надо учиться, надо руки делать. Молодец. Потому что потом следующее действие после этого. Можешь принять. Всем. Ты что сделаешь? Давай все, 10 раз. Можно вот так? Да. Сейчас расскажешь. 10 раз, пожалуйста. Нет, до земли, пожалуйста. Делайте 10 раз. Блин, вообще некрасиво вы выступаете. Да я понял, но мы же одна команда, надо всем отвечать. Как не надо, надо всем отвечать. Надо рассказать. Историю потом, давай в конце занятия. Сейчас занимаемся. Он потом, может быть, он не будет рассказывать. Не переживай, мне неинтересно. Слава, у тебя хорошо. Слава, внимание. Не вот так, как обезьяна. Тем более. А вот. Слушай, тем более не взять никого покупать. Послушай. Слава, взять никого покупать. Если какое-то действие совершил, то ты считаешь нужным рассказать. Ну, сам класс. Ну, может быть, тебя чипсы взять, а все равно рассказать. Не надо способствовать отступам, там, это плохо. Слава, внимание, у меня просто смотри. Не надо снимать диски, за которых потом стоит. Вот сейчас ты хорошо сделал колесо на одной руке. Я уже как тебя похвалил, хотел стукнул это. Сейчас смотрите, что надо сделать. Надо сделать колесо на одной руке или хотя бы на одну. Но потом сделать такое действие. А за спиной Но только не по себе не надо попадать. Мы должны крутануть вот так, с головой взять. Потому что потом... Мы можем посражаться, мы можем потом колесо на белое. Поехали. Арон, стой. А иди сейчас 12 на них. Не надо. Чипсы на белое. Да это не важно. Я переживаю. В будущем просто. Послушай, я тебе обещаю. Попробуй назад, что ты не совершай чего-то такого, что ты не сказал. Говори ногами назад туда. Надо всегда жить так, что как будто тебя смотрят бабушки, дедушки, все родные. И они сидели посмотреть на тебя. Сказали, зачем ты это делаешь? Можно проделать. Все, не падай, спокойно. Можно крутить. А на машине надо.
значит, это не сработает. Я вижу, молодец. Кто повторит твои слова? Пока, бросайте, да, кто повторит. Никто. Ну как, никто, кто же повторит? А еще посмотрите, не попробуйте. Еще посмотрите. Давай, давай. Надо было додержаться, да. Я тебе показал, пожалуйста. Вот так вот крутим, и делаем. Поехали. Раз, два, три. Я выжил, когда ты встал. Оп! Дай и практически получилось. Да. Молодцы. Руслан, выжил. Да. А теперь можно сделать еще такие действия. Вот так она может крутиться. Вот сюда, 20 минут. Вот так. А, туда можно, вот так, смотрите. Сейчас, вот так. Что, пойдем, давай. Можно прям крутить, когда ты колесо делаешь. Можно, когда ты колесо делаешь, конечно. Хоп, да, только над головой. Раз, ты прям, вот ты как крутанцы, вовнутрь приходишь. Вовнутрь, да. Нет, ты вовнутрь, поехали, там потом да. А можно пойти сюда? Можно. Выходной билет, ползнишь, тебе десятка. Давай. Парни, пока положи снаряжение. 10 выпрыгов. Да вам еще мать не надо, да? Да, вместе. Приседаем ручки на коленочке, а выпрыгай ручки вверх. Поехали. Тупника, что ли? Четыре. Утяжелите. 5, 6, 7, 8. И вверх еще. 9, 10, 20. Есть крутые штуки с ними. Держи коротенько. Я побоюсь. Можно крутить. К себе сбоку. Стой сбоку, знай, да. Просто старуйте, не трогайте. Да, свободную ручку перед собой. Да. Если буду не накручивать. Если буду не накручивать, закрой. Какие там подкручивают? К себе. Да. Давай. Можно под себя? Что, подкрутить? Что, полезно? Держи. Можно от себя. Я с двумя часами делаю. Только свободную ручку перед собой. Да, этот для акробатики прикольно будет. Потом можно это заменить палками, мечами, нычаками, копьями. Попрыгай, да, прикольно. Вперед, да, крутим? Идем у тебя.
или назад. Да. А теперь это вам надо сделать. Здесь сбоку. Здесь сбоку обмах. Вы делаете сверху вниз. Да. Да, да, да. Давай. Нет, давай без камеры. Он будет сам. Да, я делаю одновременно двумя, а вы делаете одной. Раз. Раз. Оп. Оп. Да, да, да. А теперь можно делать снизу вверх. Только возьми так, чтобы у тебя от большого пальца. Да. Снизу вверх. Вот так. Как будто цифра 8 перевернута. Нет, снизу вверх. Снизу вверх, да. Как бы бабочку мы рисуем, как будто бы, да, и знак бесконечности. Сейчас мы сделаем. Сделайте пустой руку. Да, да, вот так. Нет, снизу я могу что-то зачеркнуть. А мне страшно. Здесь не дуже снизу. Да, 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 да. Погодите, два сожимания. Да. Допустим, а в идеале потом, когда тело понимает, как потом начинается. А они сказали, что это не понятно. И оно что, не важно, палками там, челомом, ремнем. Да. Давай попробуй. С двумя ты что не спросил? Как говорится, вот сюда, дойди. Что делаешь? Сейчас сам. Душевный. Ну что? Ты же не на голову? А здесь включить можно. Передвижение. Всякие струйцы. Конечно. Это вы как бы пляшете. Сражаясь. Очень может быть похоже на каких-нибудь там. Это все часть гимнастики. Только со снаряжением. Колесо тоже можно за меня сделать, конечно. Можно держать вот так. Раз, раз, раз. И на кулачках. Да, ты лучше на кулачках поворотишь. Да. Да. Хоп. И тут отмах. Раз, раз. Да, 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 да. Ну, после нее, Дима, ты. Все, я в шаге. Типа того, да. А можно, например, смотрите, вот вы делаете колесо, вот у вас, а вот они крутятся. Вы делаете колесо и еще продолжаете вращение. Крестик такой. Да-да-да. Молодец, видишь, получилось. Тоже пробуешь. И да, и движение продолжать. Все можете, это все могут. Здесь надо просто... Да, здесь надо делать даже. Оно само понимание придет. А все на самом деле строится из простых петель. Вот эти пружинчики рисуют. Петельки. И тысячи раз делаешь. Это допустим, да? Ну, допустим, это можно делать с таким предметом. А можно без предмета. Я так же делаю. И эти действия так же я вращаю, как будто бы не важно. Ничего не будет, если какой-нибудь меч богатырский. А так, да, кинтурки, пробуйте, мы покажем, как раз мы хотим сделать красивое такое поступление. Одновременно двумя можно покрутить, разные миллионы. Только не хулигайте, смотри, что вряд ли никого нет. Например, можно в игру сыграть. Давай две эти бросай. Дай ему одну, перебрасывай. Вот допустим, ты. Два. Не торопитесь сделать, не торопитесь. Раз. Не торопись прыгнуть. Жди и удар. Жди удар. Два. Раз. Два. Нет, не торопись, не торопись. Жди удар. Делайте, делайте. У вас когда красиво получится, перескоки. Раз. Ну не подходи на своем кубике, стой. Ты на своем кубике, я вам знаю. Смотрите. Давайте наши удары. Раз. 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 Не торопитесь. Молодцы. Да, он боится.
Он попал. А сейчас можно. Один делает голова. Сделай голову. А ты присел. А теперь ты делаешь голову.